В Хасавюрте с 15 по 16 декабря проходил республиканский турнир по тэквондо «Дружба народов» среди младших юношей и юношей. В 40 весовых категориях выступили более 150 юных атлетов из Хасавюрта, Махачкалы, Каспийска, а также Кабардино-Балкарской республики. От имени главы города приветственным словом открыл соревнования первый заместитель главы администрации муниципального образования город Хасавюрт Бадыр Ахмедов. Приветствую участников республиканского турнира тэквондо. Приветствую даже судей, тренерский состав в городе Хасавюрт. Я надеюсь и уверен в том, что этот турнир будет иметь долгую память в городе Хасавюрт. Желаю успеха участникам, судьям, тренерскому составу, зрелищных схваток и всех всего моего лучшего. Тэквондо является одной из активно набирающих популярность видов спорта в Хасавюрте среди юношей и юниоров. Характерная особенность данного вида спорта – это активное использование ног в бою, причем как для ударов, так и для блоков. В Хасавюрте впервые был проведен республиканский турнир по тэквондо. Инициаторами и организаторами выступили тренера по тэквондо школы имени Шамиля Умаханова. На соревнованиях присутствовал также и старший тренер сборной России по тэквондо Курбан Бугдаев, который выступил и пожелал удачи спортсменам. Желаю спортсменам удачи и побед, судьям объективного судейства. Хочется поблагодарить за организацию этого турнира администрацию города Хасавюрт, руководство спортивного союза Галина Леонидова, а также организаторов тренерских подготовки города Хасавюрт. Надеюсь, что этот турнир станет традиционным, ежегодным, и с каждым годом количество участников будет только расширяться и в дальнейшем. На этом соревновании мы увидим не только представителей Республики Дагестан, Северо-Кавказского федерального округа, но и ближайшие регионы России. Тэквондисты проявляют свое желание участвовать в соревнованиях и турнирах для получения дополнительных навыков и опыта, что в будущем им пригодится, отметили организаторы. Со слов тренеров Сулеймана Ахмедова и Шамиля Мухиева, тренировочный процесс – один из основных этапов формирования у юных спортсменов силы воли, стремления к достижениям и поставленным целям. Из 32 атлетов из Хасавюрта, выступивших на республиканском турнире, семеро завоевали золотые медали, серебряными призерами стали двое – и бронзу завоевали 7 тэквондистов. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».